Всем привет! Вы на канале Клуб Туп. И с вами сегодня Маша, мама и Дед Мороз. Сегодня у нас квадратная, круглая или треугольная еда челлендж. Мы будем выбирать из этих трех листочков, какой фигуре нам попадется еда, такую мы и будем есть. Ну что, готовы? Поехали! Итак, у нас три тарелки, и сейчас с помощью вот этих бумажек мы узнаем, кто какую будет открывать. Я вот эту выбираю. Я возьму эту. Ну а ты, Дед Мороз, вот эту. Так, что же? Треугольник. У меня круг, у тебя, Дед Мороз, квадрат. Ну что, мам, ты готова? Я готова. Раз, два, три. Ой, у меня сырок, сырок треугольный. А у меня что-то круглое будет. Значит, это будет какая-нибудь круглая котлета. Да? Да нет. Давай. Мандарин, апельсин. Открывай. Помидор. Давай посмотрим, что у Деда Мороза. Ну, он вообще не участвует. Конфеты. Дед Мороз, ты с нами поделишься? Да, да, я с вами делюсь. Вы слышали? Он с нами поделился. Мы у него берем по конфет. Я ем помидор. Помидоры я очень люблю. Начало этого челленджа мне вообще очень понравилось. Вкусно. Обалденные помидоры. А ты? Ну давай, ешь уже свою конфету. Ну что, начало неплохое, но мы поехали дальше, да? Да, следующий поехали. Раунд. Итак, мы выбираем. Мам, какую тебе бумажку? Я вот эту хочу. Я возьму эту, значит, сразу эту. Открываем. Да я уже все вижу, у меня круг. У меня треугольник. И значит, моя тарелочка вот эта. Тяжелое что-то. Давай на счет три. Раз, два, три. Мне шпуру. У меня вкусняшка. А может, можно не пробовать? Нет, так нельзя, но я знаю, что ты очень не любишь шпроты. Да. Маш, ну тебе, конечно, очень не повезло. Сейчас я их попробую открыть. Но мне уже второй раз везет. А Маше, правда, нет. Посмотрите на Машино лицо. Мне что, сейчас это пробовать? Тебе не пробовать, это съесть надо. Целую? Ну, банку нет, вот целую рыбину точно надо съесть. Как? Она же огромная, большая. Как? Она же огромная, большая такая. Ну, чего ты там ковыряешь? Ешь уже. Ладно. Вы поставили же лайк? Конечно, поставили. И мы с Дедом Морозом поставили тебе лайк. Раз, два, три. Противно? Ну, давай, ну что делать? Может быть, в следующем раунде мне так не повезет. Ну все, давайте дальше. Ну ладно, давайте дальше. Следующий раунд. А давай теперь Дед Мороз будет выбирать первый. Конечно. Он выбрал вот эту бумажечку. Дед Мороз, какую мне выбрать? Говорит, кручу, вот эту вот. Верчу, обмануть хочу. Так, это моя. Открываем. У меня квадрат, треугольник, круг. Это моя крышечка, это твоя крышечка, а Дед Мороз. Как думаешь, что у меня? У тебя будет треугольная шоколадка. Или мармеладка. Или арбуз. Точно. А вот у меня, я не знаю, что у меня может быть. Так, я открываю. Раз, два, три. Это, наверное, какая-то самса, только маленькая самса. Что такое самса? Да, напишите, Маша, а ты не знаешь. Я не знаю, какой это на вкус, мне страшно это пробовать. Так, вы готовы? Мы готовы? Та-дам! Не зря я так долго ждала! Ура, ура, ура! Почему у меня какая-то самса, у тебя шоколадка? Тири-тири. Давай сначала посмотрим, что у Деда Мороза. Раз. Дед Мороза, наверное, блинчик. Два, три. Повезло. Дед Мороз. Ну а что, праздник, солёные огурчики. Ну как? Мне вообще не нравится. Маша даже не знает, что такое самса, поэтому ей... Ну, ты должна хотя бы одну штучку... Целиком? Нету, спасибо. Как ее назвать? Самсюшечку. Не буду. А я буду. Вот такой вот шикарненький, вкусненький квадратик. Ай, как он пахнет. А можно мне один? Спасибо! Ну, у меня уже тогда не квадрат получается, а прямоугольник. А мне что? Ладно, у меня сейчас все-таки будет квадрат. Я вот так отломаю. Пам! И опять квадратик. Это что-то, это вам не какие-то там соленые огурцы. Итак, мам, на этот раз я сама тебе выберу, какую дать тебе бумажку. Ну ладно, выбирай, мне все равно повезет. Какую же тебе дать? Возьми. Сейчас попадется какой-нибудь ананас или варенье вкусное. Ой, да конечно, тебе вот эту, а мне эту. Открываем. Открываем. У меня треугольник. У меня опять квадрат. У тебя круг. Да, ты слышал?
Ну, давай я теперь... А, ой, ничего себе, у меня пицца! Ну, пиццу ты хотя бы любишь? Ура, да, люблю. Наконец-то Маше повезло. А теперь я. Раз, два, три. О-о. Вот это я не очень люблю. Сейчас посмотрим, что здесь. Открою вам. Ну, боже, сегодня повезло Дед Мороз. А я, наоборот, это очень люблю. А он с тобой с удовольствием поделится. Я пробую. Я тоже пробую. Какая вкусная пицца. О, какой запах. Фу, я это терпеть не могу. Вот, фи. Ну, ладно, буду пробовать. Не пробуй, а ешь целиком. Так, Дед Морозу у нас попалась свекла. И самое, что интересное, Дед Мороз, конечно, не очень этому рад, а Маша очень даже любит. Ты что, мне это даешь? Да, да, да. Ладно. Помоги Дед Морозу. Смотрите. Вкусняшка. Сейчас у меня красные зубы будут, губы, пальцы, язык. Все. Язык. А, ты можешь себе румяна сделать. Чик-чик-чик. Знаете, какие вот невредные, кожа не портится. Давай, попробуй, поэкспериментируй. Как вкусно. Следующий раунд. Следующий раунд. Я выбираю бумажечку. Я, кстати, хотела посмотреть, где какой. Ой, там форма. Ничего не видно. Тут ничего не видно. Так что выбираю. А у меня красные зубы? Нет. Я беру эту бумажку. Так, выбирай ты. Это Дед Мороз. Открываем. Опять треугольник. Что происходит? У меня опять квадрат. Давай сначала Дед Мороза откроем. Давай. Бумажечку. Раз, два, три. О, ничего себе! Это что? Это маленькая кругленькая пицца. Для таких маленьких Дед Морозов. Ешь пиццу свою. У тебя... У меня блинчик. Треугольный блинчик. Да. И не один. Сколько там? 4 штуки. Ну я же не буду все 4 штуки есть. Ну не знаю, ты же любишь блины. Та-да-да-дам! Сахаром! Ну ешь, мам. Как раз лошади любят сахар. А мне то шоколадка, то сахарок. А ты, Дед Мороз, как вообще? Будешь есть свою мини-пиццу? Тогда мы переходим к следующему раунду. И у нас следующий раунд. Там-та-да-дам, там-та-да-дам, там-та-да-дам. Перемешаем все побольше. Вот побольше. Целых 3 бумажки перемешаю побольше. Одинаковых. Одинаковых. Стоп, не вот это. Не вот эту. А тебе вот эту. Открываем. Опять треугольник, ну сколько можно? У меня круг. Ну, хоть не квадрат. И у меня сейчас будет вкуснючий апельсин. Или конфета Рафаэла, точно. Рафаэла будет. Открывай, 100%. Сейчас мы видим. Тут будет Рафаэла. Раз, два, три. У меня молоко. Что, после шпрота? У мамы бургер. Да, сочный, вкусный. Но я вообще-то это не люблю. Я бы лучше Рафаэлку съела бы. Давай посмотрим, что Дед Мороз. Дед Мороз, ты готов, красный нос? Открывай. У него ириска вкусная. Честно говоря, мне не очень повезло. Я вот это вот не очень люблю. Почему? Ну и там вот это вот как котлетка будет какая-то противная. Подожди, а как ты сейчас будешь? Давай поменяемся. Нельзя же после шпрот молоко. Не будем рисковать Машиным здоровьем. Вы еще сниматься и сниматься на этом канале. Ну ладно, давай. Давай, ты берешь тогда мой бургер. Тем более ты их любишь. А я молочко. Потому что Маша реально ела рыбу. Ей нельзя, еще Новый год надо отмечать. А я ничего не ела такого несовместимого с молочком. А Дед Морозу очень крупно повезло. Он будет есть вот такую вот ириску. Ты будешь есть или нам отдашь? Он сказал, что он нам отдаст. Хорошо, я согласна. Следующий раунд. Так, выбираем. Угу. Можно мне, пожалуйста, какую? Вот эту белую или эту белую? Пожалуйста, белую. Белую? Ну, бери эту белую. А я выбираю какую, подсказывайте. Правую, левую, левую, правую, правую, левую, левую, правую. Левую. Ладно, возьму правую. Раз, два, три. О, у меня круг, хоть не треугольник. А у меня квадрат, а у меня квадрат. Держи, это твоя. А то я уже забыла, что у меня квадрат. Давай сначала откроем Дед Мороз. Давай. Ладно. Дын-дын-дын-дын. Открываю свою. Что это? Ой, Маш, что это тебе? Ой, это паштет. Да, реально, мне Маша так жалко сейчас. Я сейчас просто понюхаю это и все. Нетушки. А теперь открываю я. Ой. Маш, как думаешь, что это? Это шоколад? Я даже боюсь пробовать. Как думаете, что это?
Кто первый догадался, что это такое, быстренько пишем в Инстаграм. Мам, я знаю, что это. Что это? Шоколадное масло, я такое ела. А как ты поняла? Такой цвет темный. Ну, я ела такое. Ну, почему от него паштетом пахнет? Или это от тебя так сильно паштетом пахнет? О, мамочки! Между прочим, запах Ролтона. Запах подъезда. Ну, короче, давай, Москва, не Сочи, ешь. Маш, приходи в себя. Слушайте, это, по-моему, пластилин. Ладно, пробую. Не пробую, а ем. Будешь? Нет, спасибо. Можно, пожалуйста, быстрее? Я не хочу, мне хочется заесть это уже. Ужас, да? Не, ну это, конечно, вкусно. Ага, я по тебе вижу. Если бы тут был бы еще хлебушек, давайте быстренько в следующий раунд. Да, давайте в следующий раунд. Ну, наконец-то, надо поскорее съесть что-то после этого паштета. Мам, какую бумажку? Ты думаешь, сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 26. Ты эту и брала. У меня круг. А у меня опять квадрат. Да что такое? Пусть Дед Мороз первый открывает. Раз, два, три. Вау! Зачем ему такой кусок зеленой красивой елочки? Можно попробовать? Можно, можно? Может, ты свое откроешь сначала, посмотришь? Ладно, раз, два, три. Нет! Лучше бы ты этого не сделала. То паштет, то колбаса вареная. Я ненавижу ее. А теперь открываю я, пока Маша там дегустирует вкуснятину. Раз, два, о! Что это такое? Бутерброд? Это квадратный бутерброд. Ну, я ем, я люблю такое. Я пробую ветчину, чтобы скорее попробовать тортик. А он тебе дал согласие, что можно? Да, он сказал, пожалуйста. Хоть. Маш, ну ты даешь, ты вообще такая интересная. Мне кажется, Дед Мороз был против, чтобы ты ела елочку. Может быть, он на Новый год хотел ее оставить. Как вкусно. Вкусно? Она бы испортилась, мам, ты чего? Ну, бери ягодку. Да какую? Да вот эту оранжевую. Да, вот эту. Ну, давай, хоть расскажешь, какой вкус. Что это, апельсинчик маленький? Да, это маленький апельсинчик. Следующий раунд. Наш Дед Мороз уже взял свою бумажечку. Видите, как он крепко держит. Маша тоже себе взяла, а я себе эту взяла. Открываем. У меня треугольник. У меня опять квадрат. А ну вот мне интересно, что у Маши будет? Раз, два. Что может быть вообще треугольное? Вот какая может быть еда треугольная? Ну давай открываем. Три. Бутерброд. Это сэндвич, да? Круто, я их очень люблю. Да, открываем Дед Морозу. Крышечку. Ой, как ему повезло. Какая вкусняшка, можно понюхать? Ой, это, наверное, Орео пончик. У тебя. А можно я не буду открывать? Потому что тут вряд ли будет шоколадка. Печеньки. Ну, печеньки это тоже вкусно, я их люблю. Ну, что ты не доедаешь, доедай. Я уже переела. Ну, съешь пончик. Возьми печеньку, заешь. Что, не лезет? Уже вот тут все. Можно подумать. Ну, тогда следующий раунд. У нас сейчас последний раунд. Да. Мам, и мне, мне поможет в выборе Дед Мороз. Он своей ручкой выберет за меня. Какую? Вот эту. Тебе эту. Это мне. Эту, Дед Мороза, эту. У меня раз, два, три. Треугольник. Круг. Хотелось, чтобы тебе треугольник попал. Какая разница? У меня квадрат. А давай поменяемся. Я не хочу. Не, ну мне постоянно вот этот квадрат попадается. Тебе постоянно круг. Давай поменяемся. Мне кажется, ты что-то знаешь. Что я могу знать? Я ничего не знаю, честно. Давай поменяемся. Раз. Давай с дедом. Да не буду я меняться. Ну, давай я поменяюсь с дедом. Ну, мне уже надоел этот квадрат. Я меняюсь с Дедом Морозом. Все, мы с ним меняемся. На тебе квадрат. А мне круг. Открывай давай, что там у тебя? Раз, два, три. Я так и знала, ты просто знала что-то, поэтому ты со мной поменяться хотела. Да я не знала. Да знала ты. Все ты знала. Давай дедушке откроем. Поможем старенькому. Раз, два, три. Сырок. Сырок, дедушка, тебе попался. Да, а у меня сейчас будет бриллиант. Открывай бриллиант. Дед, я передумала, я с тобой не хочу меняться. Забери, пожалуйста, вот эту гадость.
Понюхайте вот это. Это сыр с плесенью. Он еще, посмотри, какой противный. Фу, у меня трипофобия, убери этот разворот. Трипофобия, разверни его. Что, господи, такое трипофобия? Ну, когда дырочек много и тревожное состояние начинается. За дырочку у нее тревога. Сейчас у меня такая тревога будет. Ну что там, у тебя игрушку покажи. Игрушка, игрушка. Открываем. О, у меня лошадка! Ура! Мало того, что есть шоколадное яйцо попалось, еще игрушка. Вот кто меня просил поменяться с дедом этим? Ты меня подставил. Мам, да сама тебя подставила. Сыр, я вам хочу сказать, просто у меня нет слов. Сыр с плесенью. Фу. Ну, что, я обиделась. Ну, какой следующий раунд? А что? Ну, тю-тю. Прощаться надо с нашими зрителями. Что, уже? Ну да. Представляете, как быстро время пролетело. Мы не хотим с вами прощаться. Ты хочешь прощаться? Я не хочу. Угощаю. Давайте еще, давай что-нибудь еще с ним. Давай с Дедом Морозом что-нибудь придумаем. Например? Я не хочу прощаться с нашими зрителями. Ну ладно, давай тогда мы этот ролик доснимем и сейчас пойдем сразу снимать следующий. Точно. И побежим читать ваши комментарии. Точно. Все, подписывайтесь, кто не подписался, на канал Клуб Туб. Кнопочка должна быть обязательно серенькая. Ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Кстати, при съемке этого видео ни один Дед Мороз не пострадал. Да, пострадала только одна мама, которая ела сыр с плесенью. И Маша, которая ветчину ела и паштет. Пока-пока. Пока. Мы любим вас.